Так, всем здрасте, здрасте. Утречко, доброчко. Настроение хорошее. Что еще сказать? Вечера скорее пятничного. Ну вот, он идет, расступается народ. Так, ребят, Катюха у меня спит. Сейчас я что буду? Я, в общем, думаю, что приготовить. У меня тут кулинарное вдохновение сегодня на маленечко. Ага, что будет? Ну, завтрак, само собой. В общем, на обед я что? Там я крылышки нашел, штук 5. О, Ленка, правда, приветики. А, я их маленько сварил. Ну, так чуть-чуть, в общем, не доварил, может быть. А может, сварил, уж не знаю. Я сейчас сварил, сейчас сделаю пережарушку. Лук с морковкой. Ну, это вообще я придумаю на ходу. Так, чтобы заняться чем-нибудь. Пережарушку сделаю. Эти крылышки все это разберу. Нет, так оставлю целое крылышко. Гречку сварю сейчас. Ага. И эту гречку положу вот в эту мисочку. Так. Видали, как я тарелочками? Буду подавать. Что-то. Сейчас с наклейками. Вот зачем во внутрь наклейку прилеплять? Вот зачем? Зачем, блин? Вообще не знаю. И тут на дне везде эти наклейки. И что, теперь мыть мне ее надо? В общем, гречку положу. Сверху курочку положу. Пережарушку и сыром затру. Чуть-чуть водички добавлю. Это приправки, не правки, все дела. Ага, и в духовку на 5-10 минут. Ну, чтобы сыр остал. В общем, вот такая вот вкусная будет запеканка. Ой, блин, у меня еще, наверное, грибы есть. Точно, надо еще грибы найти. Так, ребят, сейчас я эту полоску. Грибочки. А может, сухие грибочки добавить? Приветики. Лен, приветики. Все хорошо, дела, все супер. Ага. Все лучше. Ага. Нас, ага, мы крепчаем. Ничего. Готовим вкусняшки. Вчера это гуляли по Владимиру. То уже все, собрались домой, назад идем. А там при входе у 700-ку ларек стоит. И там это... Пироги жареные с клубникой, с этим, с тем, с третьим, пятым, шавуха, мавуха, всякие там, там что только нет, в общем, всякие новые, которые мы еще не видели. Ага, я говорю, ой, я бы сейчас это, я бы то, Катя говорит, ничего не будешь. Ага, а она говорит, а я бы пончики бы съела, я говорю, а тебе вообще нельзя пончики. В общем, мы стояли, слюльки глотали, ага, и решили ничего не покупать. Ну, так как покушали уже, да и денег не было, наконец-то. Ага. В общем, мы весь вечер, Катя говорит, я бы сейчас тебе пончики съела, а потом просыпается, они мне снились. В общем, я говорю, вот так, и так всегда бывает. Ага. Я говорю, надо всегда думать о вечере, о ночи. Ну вот, а что-то я вчера делал, а что, картоха была вареная. Картоху поджарил, салатик, сейчас помидорки, огурчики хорошо идут, зелень, мелень. А вот он идет, расступается народ. Так, привет, привет. Я слышал, Катюша хочет там с нами погулять. Да-да-да. Говорит, встретимся в следующий раз. Блин, там девки вообще круто. Вообще круто-круто. Я говорю, сейчас, Катя, это... Мы уже хотим сейчас опять, ага. Я говорю, сейчас денежка появится, поедем обязательно. Возьмем туда этих девчонок маленьких. Это, там такие горки, мы назад-то шли эти, надувные, не то, что вот приезжает такая маленькая надувная, а огроменная. Ну вот, он идет, расступается народ. Привет, привет. Так что приезжайте, поедем гулять. Ну вот на выходные, ага. Как Катюша, хорошо. Отдыхает, Этлян, спит. Добрые грибочки, соскучились за вами. Спасибо, Олечка, спасибо. Это, мы вчера с ней вместе легли, часов, наверное, 10-11. Вот так. Ну, вечером, как приехали, в общем, спать завалились. А Катя все сейчас просыпает. Говорит, сколько времени? Я говорю, 8:30. Она, я как не проснусь, все 8:30. То ли 8, то 8:30. Я говорю, конечно, мы же всю ночь с тобой спали. Вставать пора. А завтрак что будет? Не знаю, что на завтрак, я уже обед готовлю. А с утра кофе опять попил. Караул, опять поджелудочный. Это вот я сколько уже не пил. Мне кажется, вот от тех вот этих вот воздержаний у меня начинает все болеть. Привет, Костя. Алекс, здорово, друг мой. Что ты вкусно готовишь? Не то слово. Кулинарный шедевр. Ты знаешь, что? Ну вот, он идет, расступается народ. Я хочу, Алекс, знаешь, что? Курицу сварил.
Ну, в общем, думаю так, в голове, мне что приготовить. Курицу сварил, гречку, курицу, пережарку. И сверху сыр, все в эту тарелку, чуть-чуть водички, ну, приправки, все дела. И потом в шкаф духовой запечь. Думаю, будет вкусненько. Откуда посуда эта берется? Откуда она берется все время? Только привет, как здоровье, Катюш. Хорошо все, ребят. Я слышу, как... Угу. Все хорошо. Вчера мы гуляли, ну, вообще хорошо. Правда, поехали мы вчера это. Надо было ехать во Владимир за этими всей гигиеной. Этой... Они звонят и звонят. Поехали. Я говорю, Кать, пока тенек, давай вырвемся, поедем. Приехали. И только вот во Владимир. Ну, слава богу, хоть так. Только во Владимир мы въехали, и солнышко. Я приехал, другу звоню, говорю, приедь, пожалуйста, забери это все добро. Я говорю, мы тут в тенечке стоим, ехать не могу. Катьку надо беречь. Ага. Он приехал, все забрал, увез нас. А мы в парк, и там до вечера, в общем, гуляли. А по вечерку уже назад поехали хорошо. Катя спала, ну, почти всю дорогу. Она спит и за мной вот так подглядывает одним глазом, чтоб я не газовал. А я если тихо еду, я засыпаю за рулем. Мне хочется чуть-чуть маленько газануть. Угу. Ну вот, он идет, засыпается. Али, жвачку надо жевать за рулем, тоже спать неохота. Привет. В общем, друг за другом следили с Катей. Да, Алекс, так и есть. Приветик, привет, здрасте, здрасте. Когда на море? В конце августа. Люблю вас. Привет из Гомеля. Здрасте, здрасте. Спасибочки, спасибо, золотушечки. Ага, привет, грибочки, мне нравится ваш гараж. Какой такой гараж? Откуда ты видел наш гараж? Ага. Угу. Добрый день, экскурсия, как всегда, бомба. Мы гуляли с вами. Ага. Нет, ты гараж не видела. Тебе он просто в априори не может нравиться. Ага. Вы смотрели эти фильмы, передачи какая-то? С закрытыми глазами покупают гараж и там лазят, не знаю, что там. Вот я бы свой мог бы смело бы это выставить так правильно. Туда ворота открываешь, вот так. Надо вовремя убежать, потому что засыпется у тебя. Там завалено все у меня. Я как Плюшкин, вот сколько лет собирался. А мне разбирать некогда времени. Сейчас вот выходной начну все разбирать, собирать, куда железо, куда цветмет, надо срочно все отбивать, разбирать. А вот он идет. Сейчас Лена обещала приехать на недельку. Нет, они туда в Курово, наверное. Может, Сашка приедет, попрошу его помочь. А нет, сам все сделаю. По-тихому. Наташку позову, с Катей уже договорился, говорю, будете с Наташкой сидеть, а я там дела делаю. Ага, а вы будете начинать ужин готовить, обед. Угу. А я буду с работы приходить устал. Какой лук ядреный, надо его подальше убрать. Нехай там постоит. Так, гречка закипела, можно выключать, сама дойдет. Привет, приветики. Грибок, приветики. Добрый день, экскурсия, как всегда, бомба. Добрый день, а на море едете в этом году? Конечно, когда же. И где вы сделали зону отдыха? А, гараж. Я не могу. Ага, доброе утро, дом Костя, привет, хорошего дня. Что готовите? Гречку, курочку, все дела. Нет, там еще не сделано. Сейчас, маленько погодя, я буду крышу переделывать, маленько навес. Или его сделаю от бани огромной, или вот эту отдельно. С подсветочки, со всем делом. И армейскую эту сетку куплю, вот эти дела, бетоном залью. Ну, планов много, сейчас маленько обождать надо. Сейчас я скоро я разбогатею и дела пойдут в гору. Угу. Ну вообще, деревня, баня, сарайка, дом, тут никогда ремонт не закончится. Всегда хочется что-то новое, что-то сделать, преобразить, лучше сделать, покрасить. Чтоб другану ходил, он все как у меня, как у него гостевой дом летний, с этим навесом. Блин, как, ну, у него красиво, он сделал все там в полу. Так, мне что надо? Пережарку, еще морковь с чесноком Катя хотела. Это надо мне, значит, еще одну морковку чистить. Так, вот так хватит. Ну вот он идет.
Я тут достал все эти бутылки масла. Я говорю, спрятаны, никто их не видит. Говорю, а есть их надо? Зачем же их к нам приносили? О. Вот они стоят. Масло тыквенное, масло кунжутное, гранатовый соус, французский пряности, чеснок, и базилик, и пармезан. Угу. В общем, у меня франсуа де пурье, мурье-пурье, все, любые масла, шмасла, теперь салат малат мазает, ну, польза, в общем, какая-нибудь да будет. Я вчера все вместе смешал макароны, ел и плакал, ну, съел. Привет, приветики. Так, в этот раз девушка обещала в эфире доллар, ее перевести, ну, перевела или мошенница. Какой там, ребят, вы чё? Привет, привет, доброе утро, грибочки, доброе. Я про это говорю, что это лучше, там встречи с друзьями и танцами. А, да, вообще круто. Мне брательник курочку сварил, а потом в масле обжарил. Вкусно, однозначно вкусно, однозначно. У вас жарко сегодня. Да вроде бы, да, жарковато. Курочка супер, курочка жареная супер. Катя любит больше всех, из всех мяс только курицу. Это мясо, это масло, Алекс, топленое покупать в банках. Оно самое полезное. Это нам, когда Израиль нас лечили, курировали, они говорили, вот это в банках масло топленое, самое вкусное, самое невкусное нет, ну, самое полезное. Даже, говорит, вот на сковородке пожарил, мыть не надо, можно в следующий раз тоже пожарить на нем. Да там до сколько раз оно не портится, ему ничего нет. И вреда от него нет. Ну, за что продал, зато купил. Не знаю, правда или нет. Привет, привет. Ну, наконец-то появились. Думаю, тут и были. Привет, Петербург. Удачного дня. Спасибо. Взаимно, ребят. Ну, вот он идет. Блин, мне так хочется этот сделать. Пирог с черникой. Эти ватрушки. Когда мы попробовали, такие они вкусные, заразы. Но в тесто я не дружу. Да нет, если даже в интернете подгляжу, просто, ну, пока вдохновения нету, так сказать, на пироги. Да и вообще, так сказать, туда-сюда чугун купили. Ну, вот, ну, сейчас вот эти щеточки пошли суперские, новые. Не щеточки, вру, губки. Маленько они такие твердые, но шикарные. А черные вот кто-то нам привозил, не помню, кто-то, девчата. Они уже закончились. Вот такие. Они-то прям такие тверденькие это. Все отмывает махом, особенно сковородки. А черные вообще были шикарные. Я не знаю, что там, но там внутри как будто уголь черный. Вот мышь прям черный все, и отмывает на раз, два, три. Ну вот, он идет. Разлетается народ. Дощечка у нас, видали, какая? Камень натуральный. А может, искусственный, кто знает. Надо ее тоже химией побрызгать. Впитывается все в нее так это. Один раз чугун он поставил, до сих пор не отмывается. Ну вот, он идет. Так, что мне надо? Чеснок и лук не брать. У нас чеснок нарок, смотрите, какие зубчики. Вот такой вот Сюзанка давала, которые они вот такие выросли. Прям огромные, вот такими зубами. Ага. Наш, ну, наш весь такой вот, средний. Хороший чесночок вышел. Мы уже оборвали, и он лежит, сохнет в пристройке там. Не в пристройке, на улице, под навесом. Ага. Сейчас высохнет, потом уберем. Хороший такой, не шибко ядреный, вкусненький. Спят девки мои, ага. Катя и Мася. О, кричит. Нет, бежал. Так, сейчас Катя к нам присоединится. Сейчас минут 15 в себя придет, полежит, поваляется. Бутербродик, говорит, мне сделай с рыбкой красной. Я говорю, ладно. Надо хлеб какой-нибудь обжарить. Свежего нет хлеба, старый весь только. Надо послать кого-то.
Ну вот он идет. Расступается народ. Блин, пристава ко мне эта песня. Ой, на заняту. Ну вот он идет. Купал, сейчас кто-то придет. Так, морковь с чесноком. Что мы делаем? Соль не ложим. Ложим сахар. 2 ложечки. Кто так не пробовал, попробуйте. Попробуйте. Майонез, чеснок и сахар. Вообще бомба бомбическая получается. Сейчас она постоит, и сахарок, сок из нее вытянет, будет вообще бомба. Так, одно блюдо готово. Так, гречка готова, пережарка жарится. И мыть посуду надо. Ну вот он идет. Расступается от него. На место. На место. Так, теперь мне надо вот эти бумажки отклеить отсюда. Это надо вовнутрь заклеить. Караул. Как эти пироженки. Раньше корзиночки эти пошли с тоненькой бумагой. Катя с подругой едят такие. Катя говорит, есть бумажка. Подруга говорит, какая бумажка, съел. Вот здесь придется съесть эту бумажку, нам похоже. Ну что, как это клей оттирать? Ну сейчас отзыв напишу в Озоне. Обязательно. Что, она даже не отмывается, он клеит. Бесполезно. Как вот это мух ловить на этой херне, такой клей. Ничего, съедим потихоньку. Так, одну отмыл. О, вот она, наклеечка. Вот как с ней бороться? Может, ее водой горячей залить? Кипятку. Ай-я! Попробуем сейчас так сделать. Прям кипятком. Ну вот он идет. Хорошо с вами готовить. Болтаешь и готовишь. Дело двигается. Мало-помалу. Картоху надо убрать, потом съедим. Кто любит такой салат, как раньше? Раньше всегда, часто делали. Картоху в мундире почистишь, нарежешь туда луку. Много-много и масла вонючего. И солички. Вот это бомба. Так, приветики, что готовить? Приветики. Гречка, курочки, завтрак готовить. Не, обед уже. Завтрак сейчас буду Кате делать рыбку. Костя, привет. Сегодня Петров. День с праздником. Здоровья вам, Катюша. Сегодня надо молиться за ментальников. Каких ментальников, начальников? Привет, приветики. С праздничком, в общем. Ага. Вы так рано встали. Угу. Костя, здрасте. У вас, Катюша, бывает разногласия? Постоянно. Ага. Ну, мне нравится так, как она договорит. Это раньше было еще давно-давно сказано. Ага. Я говорю, Катя, почему это мы делаем все, как ты хочешь, блин?
Ну, мне это так нравится. Так, намажь маслом подсолнечным щеточкой. Отлично. Да где бы я эту щеточку взять, Костя? Наклейки спиртом оттирает или водкой. Алекс, голова. Так, эксперимент проводим тогда. Берем 50 градусную, наливаем. Так, держим. Алекс, ну ты голова. Ну голова, ты смотри, молодец. Ой, спасибо, мужик, спасибо, все. Чистейшая, вообще ничего не осталось. Офигеть. Вот это лайфхак. С этой тарелки буду я есть. Тополиный пол. Спасибо, спасибо. Так, нагреть фенами, она должна отойти. Масло подсолнечное залей, Костя, наклейку. Ага, все, мы уже разобрались. Спиртом или бензином. Ах, калоша, клей хорошо растает. Бензин, я представляю, бензин. Блин, тарелку отмыть, если. А чем бензин потом отмыть тогда? Блин, это, даже не знаю такого средства, чем бензин отмыть. Когда в машине ковыряешь потом руки. Демиксидом, если каким, что. А потом демиксид отмывать. И так вот будешь весь день ходить отмыть. Так, все у нас готовится. Курица готова, гречка готова, пережарка. Сейчас все заложу в эти тарелочки. Сыром засыплю в духовку. Приправку надо какую-нибудь. А что, я сейчас пережарку приправлю и все. Что тут гадать. Можно вот масло это, французский пряности сейчас ног добавить. Так, сыру хватит. Можно чесночок еще забабахать. Вот у меня есть, маленько осталось. Я его прям сюда сейчас покрошу. Хуже не будет. Хуже нас никто не сделает, ребят. Тополиный пух, рай. Так, надо еще чайник поставить. Так, гречка, 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 гречка. Ой, еще собаки у меня там варятся. Малышу. Я его только ночью кормлю. Он днем вообще не ест. То ли от жары, то ли что. Он весь двор перекопал. Не двор, а там возле машины. Машина где стоит, он там яму роет и ложится спит там весь день. Привет, привет. Костя, расскажите, как Катю в санаторий увез. Оттуда нельзя было ходить, и охранник подумал, какую генеральшу привез. Да-да-да-да-да. Да, Ольга, было дело. Это мы где? Это в Дивноморске. Там санаторий военно-курортный какой-то. Это моряков или кого-то. А мы в церковь ходили. Из церкви выходим, смотрим, ворота закрываются потихоньку. Машина выехала, мы туда нырк. Ага, идем. Там как красиво, конечно. Закрыт санаторий или что там. Охранник долго на нас вот так смотрел. Я с важным рылом иду. Ага. Катя говорит, я как будто генеральша сидела. Я говорю, да-да-да, раненая. Ага. В общем, мы прошли так, ничего. А в другой раз мы ходили свободно. Вообще, мы где-то вообще с другой стороны туда зашли. Али, тут же зашли. Да. И там, оказывается, с моря туда можно зайти. Так, доброе утро, говорит, привет. Она... Донышки, тарелки, наклейка тоже надо убрать. Да пускай будет она, в духовке ничего не будет. Так рано кушайте. Это что, Лена, это у нас уже третий полдник. Костя, менталинки, это люди с психическим заболеванием. Ментальники. Караула, зачем они мне? Блин, вообще, зачем они мне? Привет, добрый утро, Костя. Ничего, подумать не о ком больше, что ли. Привет, Рязани, ваши дела. Хорошо. Привет. Поем? Да, сейчас. Так, ребят, сейчас я Катю подниму, ладно? Вы маленько тут на кухне, вот похозяйничайте у нас. Беги, Катя. Так,
В общем, это хейтер, наверное. Что мне за них молиться надо, что я не знаю. Сейчас, ребят, мы кое-какие дела сняли. Все время, говорит, жрем, да жрем. Хейтеры есть, пойдемте посмотрим другое видео. Кость, сколько у вас уже времени? 9 утра. Как Катя, как ее здоровье? Хорошо, ребят, сейчас я Катю переодену, одену. И это идем. Жрем к вам. Лети на завтра. Ребята, мы тут с вами. Сейчас маленько мы красавицу. Сейчас мы сделаем красавицу, пока что еще нет. Так, умываемся ледяной водой. Ну да зачем? Все, а как же? Покушать. Так, фартучек. Это умываешься сразу и завтракаешь водичкой. Глазки моем, штукатурку отмываем. Первый слой. Второй. Вчерашний. В баню ходили, пока я ее мочалкой все отмыла. Аж не узнал поначалу.
хоть Белоснежная, да? Белоснежечка. Хоп, Вася, убери. Давай, наверное, сделаем. У нас где-то это есть, я, наверное, нашел. Так, все, пережарка готова, все готово. Сейчас только. Сейчас, в общем, позавтракаем, а потом попозже сделаем обед, так, чтобы был горячий. Ну, во сколько будем с тобой обедать? В 6 вечера, наверное, да? Ну, так как мы сейчас на диете же, да? Я с утра встал, отжался 50 раз чистоты. Ну, каждое утро у меня начинается так. Вот. Что я хотел делать-то? Все, нашел. Ла-ла-ла-ла. Только мне все мало. Если хотите быть счастливым, делайте свою женщину, чтобы она улыбалась. А чтобы она улыбалась, надо вот так волосики потуже завязать на макушке. Смотрите, мы какую эту заколку купили. Ой, уже порвалась маленько. Она как это, как корзинку такая. Не надо сюда. Вот так завертываем волосы и сюда убираем. Шика, близкий красавчик. Пойдет? Все, оценил он опять в плюс. Хоп. Если кто спросит про зубы, вчера чистили. Щечки. Не надо кофточку, зачем она сейчас тебе? Жарище такое. Жарище. Вы нашли как это, способ наклейки от тарелки отклеивать. Самогонка, раз потер, и она отлетает. А водой полчаса тер, психовал. Кто молодец? Алекс молодец, подсказал. И у нас хлеба не свежего, что будешь суп старый, будешь плесневый. Ленка, я говорю, Кать там уже это. Ленка уже собралась гулять в этот, в парк. Так, всем привет. Привет, Елабуги. Привет, а у нас 11 часов уже. Доброе утро, любимки. Привет, приветики. Всем спасибо. Катюш, привет, доброе утро, Алекс, передавай. Доброе утро, дорогой, хорошее настроение. Сегодня встал в 5 утра и уже генеральную уборку сделал. Сварил суп из щавеля, компот и кашу. Как люблю, когда все спят и даже пылесос детям пофигу. Катя тоже любит, когда я что-то шуршу, что-то убираю, стираю, я готовлю. Она спит. А если мы вместе спим, то хрен лес два она будет спать. Прыгско. Да. Сегодня было исключение, потому что вчера мы катались, нагуляли. Вчера много свежего воздуха, эмоций были. Сначала дурели, потом все хорошо. Катюш, доброе утро, Ленка, банда, привет. Здрасте, вы супер, любим вас. Спасибо, ребята. Так, привет, дорогие. Привет, Катюш, принцесса, не королева. Королевишна, ага. Доброе утро. Приветики. Добрый день от Людмилы из Челябинска. Как же я долго не попал, дал на прямой эфир. Привет, привет, Людмила. Так, у меня сегодня день рождения. Оба-на! Наташечка, поздравляю тебя с днем рождения, желаем тебе счастья, здоровья, исполнения всех желаний. И фейерверк. Чу-чу-чу-чу-чу. Ба-ба! Ага. Еще хотелось бы поздравить с днем рождения Ольгу Симонову. Ольга, с днем рождения, золотушечка, счастья, здоровья. Пусть все будет у тебя хорошо в жизни, что захотелось, чтобы сразу исполнялось. С днем рождения, фейерверк, чу-чу-чу-чу-чу, баба. Лучше поздно, чем никогда. Прости, что вчера не поздравили, когда там, да. Вообще была печаль. Костя, Катя, огромный привет из Купреева. С праздником вас желаю, вам крепкого здоровья, Катюша, красавица. Спасибо. Тоже сегодня праздник. Петр и Павел. Ага. Вот. Всех с именинами, кого надо. У нас это... Как-то, ну, мы когда жили во Владимире, ну, я когда жила во Владимире, еще маленькая была, у нас приехали новые жильцы. Я тебе говорила, они были немного это... Ну, тогда это вообще казалось религиозным, вот это вот все было. И у них тоже двойняшки были, Петр и Павел.
Я тебе рассказывала там, а дочка у них была, она разговаривала так, помнишь? Я тебе рассказывала. На вы? Сказала мама и прошла. Так было интересно. Она все время, допустим, ну, с ней пройдет, поздоровается она. Здравствуйте, сказала мама и пошла в магазин. До свидания, сказала тетя Клава там и пошла туда-то. И так каждый раз она рассказывала. Вот так она разговаривала, мне было так интересно. Для меня это был вообще первый раз. Ну, да, как дублировала, как будто бы. Что-то я заговорила сразу из-за этого. И батарейка села. Нечаянно. Еще пока только встала, не могу. Мася, тебе что надо? Что тебе надо, блин? Мне водички. Тебе водички? Маленько сначала. Надо хлеба жарить, а сковородка занята. Что делать в такой ситуации? Другую достать? Освободиться. Освободить эту? Да. Я сейчас тогда сразу все положу в тарелочку, да? Лучше блеск, красота их. А, вкуснятина какая. Спасибочки. Ага, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Наливать будешь за день рождения? Ага. Тем более пятница, нифига себе. Тут святое дело напороться. Привет, приветики. Ты зачем это говоришь? Потом тебе пишут, что ты пьяница. Да было, а что? В деревне. Было, что? Кто пишет гадость, он выражает свои мысли, понимаешь? Не то, что башки. Я вообще уже устал от этих искров. Мне кажется, они победили меня маленько. Так. Победили маленько. Так, сейчас я сделаю, Катя, и потом займусь своим завтраком. Хорошо? Пожалуйста. Морковка с чесноком я тебе уже сделал. Молодец. Так, готовим обед, ребят. Так. Водичку вытряхиваем. Так. Берем гречку. А какая у нас мисочка под гречку, ребята? Это вообще бомба. Кто там кодит? Хватит, да? Песня хорошая. Жена Фриски? Люблю очень песню. Так, это оставим. Или третью тарелку сделать? Не делаю. Сейчас Машка увидит. Вот мы ее угостим, значит, третья. Вот тут тоже наклеечка. Как наклеечку убрать, кто знает? А я знаю. Берем водку, полискаем маленечко. Все, я лайфхак уже перехватил твой, Алекс. Так, и растираем. Хоп-хоп-хоп. Только не капни мне в тарелку. Тебе споласкивать тарелку? И все. А сзади? А сзади не надо, в духовке будет стоять, там отвалится. Не сожжется. Что-то в этот раз не очень поддается. Но мягенько отошла. Ну я так и знала, а я все лето. Как напрасно думала ты, что получишь то, что хочешь. Так. Как я сама хочу. Oh, yeah. Ну как раз на три тарелки. Uh-huh. Каждый гречиночка отвалилась. Как гречка, и не видно ее. Uh-huh. Я говорю, можно не мыть, но я тебя придумаю. Так. А что, можно не мыть? Да. Так. Теперь, ребята, у нас есть заранее приготовленные отваренные крылышки. А, так,
Так, накладываем крылышко. Раз. Блин, подождите, крылышка нет. Сначала пережарушку. Пережарушку. Ага, раз. Ребят, как глотнула. Вкуснятина такая, да? Конечно. Когда мы руки мужские сильно богатырские готовят от души. И все. Будет очень вкусно потом. Ну как потом? Я-то быстро, наверное, съем. Я не смогу терпеть долго вот этого дела. Чтоб оно стояло, тут обеда ждало, время подходящего. У меня уже подошло. Угу. Так, крылышко ложим. Следующее крылышко. И еще одно крылышко. И берем бульончику. Жирочек прям раз. На курочку. По две ложечки. Две нельзя. Три надо, Катя говорит. Вот. Три ложечки. Раз. Три сюда. Можно кусочек сливочного масла сделать. Да, Катя? Будет вообще шикардос. Гречечка впитает маслице. 100% надо. Хорошо, голова у меня умная, соображает. Ой, сырник есть там один. Так. Раз. Это какой-то огромный. Огромный. Мы его разделим. Сюда еще добавим. Два и три. Сколько у нас? И сколько у нас посуд грязный теперь. О, вот еще маслица. Все. Так, ну знаешь, что сейчас еще найдем с тобой? Чего? Ролтон, шмонтон. Вот это дело. Так, кумин. Кумин нам не надо. Сейчас мы какую-нибудь приправочку подсолить вкусную надо. Ага, вот. Бульон говяжий. Пойдет. Куриный не видать. Ничего страшного, да, как мы? На ленчик. Подсаливаем. Ага, здесь подсаливаем. Еще подсаливаем. Все. Отлично. А бульончику еще надо, я думаю. Гречку впитать с маслицем, она потом такая будет у нас вкусная. О, караул. А как суп? Да, нет, как суп не будет. Гречка все заберет. Так, все. Еще у нас два крылышка тут про запас. Как раз на суп. Да. Можно пакетик суп сварить. Да. Али, суп из пакетиков, как сказать. Так, а здесь у нас чесночек есть. Сейчас мы его сразу раскидаем. Угу. И сырок. Мне надо было духовку. Да нет, мы сейчас не будем. Это же на обед. Если хочешь, сейчас я тебе сделаю. Нет. Ну потом, чтобы горячку покушать. Все. Наташенька, там нашей нету случайно? Надо посуду-то помыть. Все, со стола убрал. Да, улыбка похожа на рай. Так, ребята, вот что получилось, смотрите. Три тарелочки вкусных. Все. Потом непосредственно перед обедом мы их поставим в духовочку и погреем, приготовим. Ага, чтобы горяченькую скушать. Ага. И спать ляжем потом. Довольны, сытые, с полным животом. Как не любим, в общем, ага. Привет, Катюша, а мне водочки. Вот когда приедем в парк гулять, ага, давайте уже скорее, ход с квасу. Приветики с Татарстана, приветики. Добрый день, привет с Торонто. Как давно не видел вас, праздник у вас. Спасибо, Надежда. Дай Бог здоровья, Золотушечка, спасибо. Вы супер, здоровья вам крепко. Спасибо, Катенька. Мое, ты никак. Потерпи, сейчас тебя покормлю, еще кашу ты не ела. Может, кашу тебе сварить, манную желанную? А, нет, молока нет. Доброе утро, грибочки, с праздником вас, здоровья. Спасибо. Катенька, привет. Юлька, банда, привет. Передавай тебе. Так, приправу убираем. Нет, я буду бутерброд с сыром. Сейчас, как мне еще надо хлопушек подшарить тебе.
Топ-топ. Блин, сегодня кофе попил, опять у меня живот. О, сковородка. Можно не мыть. Все, я тут это сдушила, да, тебе? Своим подъемом-то. Сейчас, глянь, пожалуйста. Костя весь в делах. Дела у плиты я люблю. Ага. Так, привет, приветики. Привет из Казахстана. Костя, Катюша, хороший денечка вам. Отличное настроение, крепкого здоровья. Спасибо, спасибо, ребят. Ага. Что-то народу мало. Ага. Наверное, все работают, что ли. Пятница, наверное. Ждут скорее вечер. Угу. У нас сегодня что будет вечером? Не знаешь? Топ-топ. Не знаю, пятница же. Угу. Привет, Костя, Катюша. Что ты там такое вкусное наготовил, Костя? Есенин, приветики. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Это гречечка с курочкой. Все дела тут. Приправочка, сыр, чесночок, пережарушка. Потом в духовку поставим. Блин, как они красиво смотрятся, да? Угу. Еще молодец. Я караул, смотри. Не, вот так надо поставить. Ага. Вот так. Что ты, что ты, ё-моё. А в ресторане, а в ресторане. Ага, это ужин на троих. Тройничок. Ой, не получилось. Так, привет, приветики. Приятно. Спасибо, спасибочки. Это мы на обед, попозже уже, сейчас завтрак. Привет, привет, какая у вас погода? У нас моросит в Праге. Не-не, у нас жарище, ребят, еще. Что-то я слушал тут на выходные или что-то когда-то тоже дождик передавали. Ну, пока тишина. Приветики, грибочки. Привет, привет, Яночка, приветики. Пока тишина, ну, жара. Дома еще пока прохлада сохраняется. А, в общем, жаришка. Так, что мне надо, солнце? Хлеб, да, хлеб уже жарится. Малышу жарится. Интересно, как же это есть? Варится. Я сейчас этот хлеб весь старый отдам. Наверное. О, батон свеженький. Так, может, батон тебе сделать? Ну, нет, это жареный уже, блин. Хитрый какой у меня тут это. Ага, гренчик. С батоном мне нельзя. Ага, заговорила. А пончики? Пончики, да. Что-то вчера, как я вспоминала, ты их не имеешь. Весь вечер. Они так вкусно это приоделись. Они были в это пудре спасены. Это потому что мне не разрешила ничего купить. Ну не ори. Конечно. Я разрешила. Нет. Ты сразу отрубила все. Нет. Я говорю, Катенька, мы давай купим что-нибудь. Было наоборот. Я сказала, Коль, давай кончики. Он говорит, нельзя тебе. И ушли мы. Зачем ты на меня опять скажешь, что это не коробка? В общем, пончики отказать, но вечером они мне это мерещились маленько. Мерещились. В общем, едем во Владимир. На пончики. А вообще можно заказать как кому-нибудь. Ну, прямо уж и все. А что, с Владимир? Лена, может, поедет. Женька здесь, правда. А что им еще? Езжать на рынок, да, и ножик упал, так, все. Привет, привет. Так, красиво поставил, супер, аж есть захотелось. Та же фигня. Так, привет, приветики. Приветик, привет, какая у вас погода? У нас моросит. Ага, читал. Привет, приветики. Ты супер, я знаю. Кто будет третий? Две Кости, это одну Катя. Она же маленькая. Ага. Не знаю, кто увяжется, так сказать. Кто успеет? Гренки, где звилка? Не знаю, куда ты думаешь. Вилку потерял. Ой, хорошо поджарилась. Я думал, все сгорели. Что-то я нож. Так. Если гренку не посолить, то это невкусно будет. Я говорю, да, это что, наш ножик? Где? Да. А что-то я так умею делать. Ты на кухне когда была последний раз? Я видел.
Так, привет, а я сейчас спать обратно лягу, не люблю рано вставать, день третий идет, день за три идет. Да, что это? Ну, Катя тоже, она обычно в это время спит, утром ложится, она ночной человек. Ну, вчера, видите, мы сколько вчера нагулялись, в парк ходили, в город ездили, поэтому всю ночь вместе спали. Красиво поставил, супер, ага. Ох, Костя, мысли с утра. Что готовите с утра? Вкусняшки, привет, с праздник, привет. Костя, какие пончики, мы же на диете. Да это Катя. Ага, я-то другое глядел. Знаете, что вчера было? Вчера я утром встал, ну, а сколько, часов 10, наверное, у меня макароны оставались, там, с тушенкой, все дела. Это, как они называются, вот Джамиля привозила там. Пуре, муре, вот эти пончики, эти макарошки. Я, в общем, доел их. Ага, и все. Потом мы поехали в Владимир, там кружку кофе я выпил. В 9 часов вечера меня затрусило. Ну, когда мы домой приехали, я уже от голода меня, это упадок сил, я тут еле ползал. Ага. Картоха хорошо вареная в мундирах была, я ее обжарил, это кефир прям из бутылки, эту картоху всю горячую проглотил. Блин, прям затрясло с голодухи. А вы говорите, диета, какая диета, мать? Я так эту пончики эту вспоминал, там эту шуруму, караул и плакал. А что сегодня за праздник? Петра и Павла. Ну, что упал, гости, ждите. Алекс, тихо, это рыба упала, я чтоб, ну, не это, а то упал с пола, вот эти все дела не хочу. Поэтому сказал, что ножик. Ложка падала. Привет, приветики. Привет из Витебска, с праздником вас. Спасибо, грибочки в эфире, это уже праздник. Спасибо, спасибо, золотые. Спасибо, вы наш зритель. Куда, кто мы без вас? Ну, вы наши любимочки, мы ваши. Доброе утро, приветики, приветики. Котик, кошечка, ага. Какие вы прикольно друг друга стебете. Мало помалу прикалываемся только так. Ага. Так легче жить. Ну. Вообще хорошее качество, сильное качество человека, если кто над собой может пошутить, посмеяться, да. А то я не я, корова не моя, бык быком не надо. Привет, с праздником, а я планирую венские вафли из печи промазать. Ой, их вареной сгущенкой, очень вкусно получается. Так, пиши адрес. Геолокацию скинь давай мне скорее, где ты находишься, только дай знать. Ой, вкуснятина. Вот, что там было вчера? Это, в шоколаднице мы были. Там что-то, ну, новое вообще, мы в таком кафе ни разу не были. Ну, очень дорогущее вообще. Там салатик что-то 600 рублей стоит. А потом, что мы еще брали? Кофе и хлеб, и все. Кофе и хлеб? Хлеб, салат и кофе? 1100. О. Ну, кофе, наверное, 350. Ну да, получается так. И это, пироженки не стали брать, они по 500. Там, ну, она вот такая, наверное, Рафаэлка, в общем, распакованная. Потом что? И вот там все на этих венских вафлях. Картоха, мартоха, рыба, яичница, все в этих, на этих вафлях. Ну, дорого. Чисто, наверное, за кафе, это атмосфера вот эта, там так уютно, красиво. Ага, душевно туда, только я не знаю, с кем. Добрый день, вы когда на море? В августе, ребята. Я когда голодный, то тоже плохо, голова может кружиться и мотать меня. Надо сразу съесть что-то и сразу хорошо. О, Леночка, ну, родственники мы с тобой, точно. Ну, я так уже сколько замечал, да? Тогда я до 4 ничего не ел. Ага. И это меня замотало. Прям начинает трусить, сил нету. Катя говорит, ой, сидит еще меня это подкалывает. Говорит, ой, как хорошо ты картошечки поел, кефирчик легкий такой. Я говорю, Катя, это просто перекус сейчас, просто, чтобы я вообще не отдуплился тут. Ага, сейчас я буду жрать ночью. Ел что-то? Ходил. Смазь. А, смазь ему тушенку доели, там в банке оставалось чуть-чуть. Давай, давай, все, вали отсюда на свое место. Иди, иди там, все, не приставай. Привет, Казахстан, какие вы классные, настоящие, всех благ. Спасибо, спасибочки. Елена Сиротина, приветик тебе, доброе утро, дорогие, добрые. Я тоже, когда до обеда не пью, даже чай начинается тряска. Ага. Не, надо переходить маленько на чаи, иван-чаи, вот такие зеленые моменты пить, травы. Я тут все насмотрелся про этот, трава-то какая, так, она горькая-горькая, все ее, весь тикток ей завален, что она лечит все там, ну вообще все там, я не знаю, и волосы на лбу вырастут, на это. И лопух, какая-то полынь. Полынь вроде как, если не ошибаюсь. Ага. В общем, можно в аптеку купить, можно самим готовить, вот ее там пить. И главное, зашел в это. А как пить? И 600 человек каждый свой рецепт сказал. Что, кто варит, кто парит, кто заваривает, кто утром по ложечке, кто по полстакана сразу. И все это. Ага.
Я, знаете, так уже у меня сколько было. Семь льна купил, лежит. Овес запаривать купил, лежит. Что там еще? Масло черного твина лежит. Что у нас еще там? В общем, все, что я посмотрю, что худеет, лечить, это все это в упаковках все лежит, покупает, не распаковано. А потом, да, потом, когда-нибудь потом. А вдруг? Приветики, приветики. Так, я тоже... Так, приветики, фреш еще не... О, фреш же это был! Да, фреш. Вот поэтому, вот, наверное, салат, если 500, ура, фреш 350 и кофе 350. 600, да, вот так получается. Точно. Фреш. Фреш вообще вкусный был, настоящий. Ага. Раньше Катя очень любила. Раньше, когда жили во Владимире, мы часто ходили в кафешку. Три раза в неделю мы ходили в кафешку, в Тотошку. И она всегда пила этот грейпфрутовый фреш. Сначала чистый, потом стали делать грейпфрут-апельсин 50 на 50. А, и она никогда не морщилась. Вот пьет прям, и прям вот так ей это ходца, до дурения ходца. И пила. А сейчас такое прошло, отстало потом. Видать, насытился организм кислятиной. Помнишь, раньше подружки придут, они меня чистят этот грейпфрут. И не дают, пока не почистят. Помнишь, они меня не так. А у них слюни, как у бульдога уже капают. А я... Меня аж трясло, да, грейпфрут я так хотела. Ну, прошло. Чебрец, привет. Доброе утро, Катюша, Костик, дай бог вам... Нет, Костя, не, пожалуйста, какой мазью Катюша мазала волосы, когда они... Дипросолек мазь, ага, и дегтярный шампунь. Бомба, ага. Дегтярный шампунь надо обязательно. Вот сейчас кончился у нас, уже сколько раз голову моем, вот эти все шампуни. Они просто не отмывают вообще голову. Волосы все время жирно, по два раза мыть, хоть мне не нравится. Вадим давно не видно. Давненько. Давненько, говорит, троллейбуса не было. Давненько. Доброе утро, дорогие, добрые, говорят. Все на травы, не знаю. Да. Не, ну на травах это надо же, привычка, это же, мы же как, нам бы что повкуснее да повредней, народ-то вот так, не знаю. Может быть, когда старенький будем, уже будем заваривать какую-нибудь травку, там поддорожник, там, я не знаю, пить есть. На хлеб подорожник положил сверху лопуха с майонезом, своим соусом. Или трава лечит, ну не знаю. Лечит, не лечит, но пользы-то 100%. Да. Все хорошо. Всем хорошего, отличное настроение. Я бегу на работу. Пока-пока. Пока-пока, Золотушечка. А чей сын в армию пришел? Это племянник мой. Светим, с моей родной сестры сын. Вадим, брат родной. А я как Чак Норрис. Я очень круто. Так, солнце, мне надо чесночек почистить. И хлебушек тереть. А где-то был чеснок? А, там... Где-где? Я уже все попрятал. Mm-hmm. Смотри, уже и это, и сырок начинает подтаивать от жары такой. Может, в холодильник убрать их, Катечки? Не знаю, Костя. Ну, сейчас эфир закончится, я тут уже, наверное, думаю, есть начну. Я думаю, можно уже ставить готовить. Ты кушать хочешь? Нет, я не хочу, а потом еще разогреешь. Ну, можно, в принципе. Пока они будут готовы, ты поешь, а мне потом разогреешь просто. Я как Чак Норрис. Нет, с этими диетами чувство голода всегда присутствует, больно сильное. Потому что думаешь, что организм-то привык, он запасу хочет. Угу. А чайку? Блин, как? Ну ты что молчала-то? Да ну как молчала? Вообще забыл, он уже сейчас подстыл маленько. Прости. Вообще. Ну, у одного голова, что ли, работа получается, разбавишь тогда. Разбавишь мне маленько. Думаешь, разбавить? Водичкой. Там выключена кастрюля? Вроде да. Ничего не видно. Тебе сахаром или сахарозаменителем? Пока никто да, не видит. Шо. Я чак-чак на море. Так. Дай-ка это, расскажи про кружку. Где моя кружка? Не знаю. Главное в хате, что вот эта кружка есть. Костя всегда прав, а Катя права нет. Ой, 20 секунд, ребят. Всем пока-пока, хорошее настроение всем. Целушка, ага. Обнимаешься. Всех с праздником, дай бог всем здоровиться. Может, попозже выйдем, поболтаем, глядишь, где-нибудь. Когда-нибудь на Медне. Ага. А мы будем кушать. Пока-пока всем.